большое будущее воспитанник петербургского хоккея. И очень на него рассчитывают уже в самое ближайшее время, уже в этом сезоне. Пять. Оу! Патрик Хершли открывает счет в этой встрече и забрасывает первую шайбу сезона. 18-19. Все как в лучшие годы. Бросок. Гол! Фантастика. Пушечный выстрел, конечно же, у Патрика Херсли. Напоминает он уже в новом сезоне, в первой игре, о своем броске. Но смотрим, что же сделал Павел Дацук. Вошел в зону, притормозил и сбросил на подключающегося защитника. Во-первых, великолепно Херсли в качестве.